Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Мигу Фифа, и наконец-то я добрался до самого ожидаемого события года в FK Mobile. Это Тотти. Двое суток я не заходил в FIFA Mobile от слова совсем. Хотя видел кучу постов, как многим падают чуть ли не зубастики Роналдо, всякие Тотти. Да, господи, в том же чате нашего турнира LineFoot Super League это все было. И друг меня постоянно подначил: давай открывай, давай сейчас открывай, а я говорю: нет. Я буду открывать только на видос. Ну и наконец-то, спустя 2 дня, добрались мои руки, чтобы снять видос. И мы сегодня отправляемся в это путешествие по Тотти. Ну и я надеюсь, что без синих игроков мы сегодня не уйдем. Ведь наш девиз на весь этот сезон — это вылавливать игроков нового события каждый ивент. Ну и давайте для начала заберем новых игроков в таинственных трансферах. Я решил взять центрального защитника. Хотя ни Давид, ни вот этот Кохлер мне вообще не нужны, они уже слишком слабы для моего состава. Ну, взял просто, чтобы было. Ну а теперь можем отправляться во все тяжкие. Приветствуем вас в Тотти, мы приготовили для вас множество нового контента в главах. За пределами глав вас также ждет увлекательный контент. Смотрите игроков Тотти здесь. Добро пожаловать в путь претендента А. Пройдите путь испытаний А, чтобы приблизиться к получению наград. Собирайте жетоны Тотти, достигая нужного прогресса каждый день. Обменивайте жетоны Тотти на награды. Какая-то очень хитрая схема, я уже это вижу, но понятно, это Тотти, это самое ожидаемое событие года, и поэтому здесь будет кучу всяких испытаний, кучу наград, и все это будет очень хитро придумано. Ну, тут у нас 3 тренировки и 3 матча. Ну, понеслась. Ну, первая тренировка простейшая, 300 раз мы ее с вами уже видели. За это мы получаем прогресс испытаний Тотти в количестве 40. Ага, вот жетон Тотти. Собственно, за каждые 200 таких очков прохождения испытаний мы будем получать, я так понял, жетон. Второе испытание, опять-таки, типичные наши монетки. Единственное, только насколько я понял, они здесь все посложнее. То есть тут уже уровень профессионал. Соответственно, очков надо набирать гораздо больше. Ну и третья тренировка тоже ничего сверхнового. А вот тут, кстати, обделили, поскольку класс начинающий. Кстати, это можно повторять. За это дают лишь 10 очков. Короче говоря, это жесткий фарм должен быть для всех без донатеров. Просто сиди и вот это вот все фарми себе, сколько тебе влезет. Потому что, видите, это тоже можно играть снова, это тоже. В общем, я этим, видимо, буду заниматься за кадром. Насколько, кстати, правда, тут лимит, я не очень вижу. Вижу лишь, что будет обновляться через 12 часов. А, вижу, все. 20 раз. Вот это, кстати, очень жестко. Это очень хорошо, но учитывая, что тут главное — это жетоны, а жетоны получаются за 200 вот таких очков испытаний, то понятно, почему столько фармить надо. Первый матч на сегодня — это матч против команды Тотти с рейтингом 85. Хорошая передача, 1-1, это Зинедин Зидан. Кстати, да, не знаю, покажу ли я все предыдущие паки или нет перед началом вот этого события, но могу сказать, что я дофармил в пути кумиров максимальную версию Зинедина Зидана с рейтингом 92. Венисиус улетает. 2-1. И за этот выигранный матч мы получаем 80 очков прогресса испытаний. Ну слушайте, правда, вот интересно, что они настолько награды жесткими сделали. Как бы, если было бы там условно, да, за вот каждые эти тренировки и матчи давались вот по 10 очков таких, да, я бы понял эту функцию повторения 20 раз, а так не особо ее понимаю. Но тем лучше для всех недонатеров, которые будут добиваться своих Тотти вот таким игровым путем, хотя на это очень много времени будет тратиться. Второй матч, другие претенденты Тотти, но состав абсолютно такой же, и условия все те же. 45-я минута, 0-1 против нас состав Тотти 85-го рейтинга. Вини, наконец-то, 1-1. Давай, Хохлан, давай, молодец. Выцарапываем эту победу. Ну и также 80 очков прогресса испытаний. Ну и третий матч самый легкий из всех трех, так как новый набор футболистов, рейтинг все тот же 85, но мы уже ведем 1-0, и за это нам дадут в 2 раза меньше очков. Ой, Горинча решил всех на финтах разобрать, браво, 2-0. Это было красиво. Смотрите, залетает в штрафную. Хоп-хоп-хоп, до свидания, Джон Стоунс. И красиво слева в дальний угол. Винни-винни-винни-винни-винни. Прострел, ну и... Что? Чего? Чего? Хохланд, вот почему я не сильно тебя люблю. Ну да, за 200 очков. Ну, кстати, 200 жетонов Тотти — это равносильный обмен. А то я боялся, вдруг один жетон Тотти, и думаю, вот почему тогда 20 повторов. Все нормально.
Все нормально. Методами нехитрых махинаций переноса жетонов с последнего события зимних джокеров у нас теперь 2-2-8. Осуждаю заранее. Сейчас будем их тратить. Самоцветики, немножко монеток, ежий дудок. Ну и пока все, немножко мы не дошли до следующих наград. Тут предлагают Атаменди, Коломуани или Алиша Гарсию, или просто любого другого игрока с рейтингом 85-86. Ну что-то такое себе. То есть либо мы можем остановиться тут и забрать что-то из этого, либо мы можем пролететь мимо и пошло-поехало дальше. Тут Хесус Навас, Митома, Милинкович, Савич, Аппенда. Да хренище разных разветвлений. Маскирана, лучшая награда на свете. Вот, вот, это мне больше нравится. Тут и Лукита Модрич тебе. И Карим Бензима. И просто игроки 89-92. Понятно. Путь претендента Б и С откроются через несколько дней. Приветствуем вас в главе развития кумира. Типа они добавили сюда эволюцию, как в этой, в обычной фифке. Сначала выберите кумира. Ну а кто мне здесь нужен? ЦПшников у меня хоть жопой жуется, ЗЭшников то же самое. Ну выберу Ривалда, хотя там мой любимый Винисиус, но 93-й Ривалда. Выбрать этого игрока. Да, 0 FIFA поинтов. Спасибо. Далее развитие кумиров. Получайте энергию каждый день, чтобы играть матчи. Держите несколько побед, чтобы заработать трофей. Выигрывайте матчи, чтобы открыть обмен игроков, в которых вы сможете получить кумира с высоким рейтингом. Трофей можно менять на наборы в награду. Пока ни хрена не понял, но знаю, что за 40 побед нам будет вот как раз доступен 93-й Тотти кумир Ривалда. Забираем бесплатный набор с энергией Тотти. Ну и отправляемся играть первый матч. За одно очко энергии. Опять-таки Тотти, опять-таки 85-й состав. На сей раз целый матч нам предстоит отпахать. Гаринча включает сверхзвуковую и спокойно забивает. Холланд. Ну и пауэршотиком туда его, 2-0. Зизу подача. Ничего, о, ничего себе придумали, слушайте, гениальная комбинация. И Мальдини с левой ноги в лед в одно касание с линии штрафной забивает в девятку. Охренеть гол. Подача Зизу. Блан затылком скидывает назад и Мальдини в одно касание. Ха-ха, какой голешник. Хочу еще повтор. Ну посмотрите на это просто. Оп, скидка. Мальдини с левой ноги. Да, не в самую девятку. Но все равно какой голешник. Зизу пауэршот. Брависсимо Зизу. Мои аплодисменты. 4-0. Ну куда ж без великих голов великого Зидана. Свой фирменный финт, конечно же, надо было исполнить. И бабах. Заряжай еще одну. Зизу, мое почтение. Гений. 5-0. Навесик Гаринчи. Вот он, Питер Крауч во всей своей красе. Ну, как говорится, привет, Питер. Все-таки 2 метра ростом бесследно не проходит. Получаем 5 очков трофея, или что это такое. При этом мы можем энергию Тотти покупать либо за FIFA поинты, либо за самоцветы. Интересненько. Ну не знаю, может быть когда-нибудь я воспользуюсь этим, но сейчас я пока все самоцветы коплю на паки. Дальше у нас матч VS атаки, судя по всему. Ну да, так и есть. Состав противника, ну, неплохой. Во всяком случае, получше, чем у меня, и... Естественно, мне написали, что шансов у меня ниже. Но сколько раз я это уже все выбрасывал в мусорку и просто выигрывал матчи. Вини первый. Холланд второй. Ух, какая подсечка от Винисиуса. Браво, и Холланд забивает с нее. Эндо четвертый. Но соперник реализует вообще все, что видит пока что. Вини сравнивает счет. Вини 6-5. Беля... просрали. Молодцы! Красавцы! Но это событие можно повторять, правда, за энергию. И тут еще есть матч в равной игре, но у меня пока желания вообще нет идти играть еще в равную игру. Но за эти трофеи вот такие можно награды получать. Приветствуем вас в главе Ютотти. Выполните достижения претендентов, чтобы получить награды. Достижения претендентов будут обновляться каждую неделю. Получите все достижения претендентов, чтобы выбрать итоговую награду. Ага, ну собственно... Привычная команда года, которая в старшей фифке, Ultimate Тотти это самые жесткие Тотти. Ага, задание у нас следующее. Забейте 100 голов в любом режиме, отдайте 50 голевых передач, получите 15 наград в пути наград и получите 30 наград. Понятно. Ну, в принципе, все выполнимо, да? Надо просто очень жестко задротить в это все дело. Тут еще не открыто почетное упоминание и откроется только через 26 дней. Так, что у нас по обменам? Есть Джон Стоунс 91-й непродаваемый.
Ну, статы, конечно, неплохие. В принципе, но скорость могла быть, наверное, и повыше. Дальше, есть базовый кумир или базовый герой 88-95. Есть игрок Тотти 85-97. Бонусные обмены с неплохими рейтингами. Есть обмен на Жорзиньо 94-го. И он мне очень хорошо попал бы в команду. Для этого нужны 8 жетонов, а жетоны у нас вот они. Ну, первый вообще несложно, 11 игроков 70+. Сразу отдаем и забираем жетончик. Второе мы тоже выполняем. Я отдаю обоих своих шкриньяров. Там, по-моему, у меня был Зимний Джокер и Основатели, который у меня перенесся с прошлой ФИФы. Просто потому, что они мне оба не нужны. У меня центр защиты очень хороший, и им там не место. Дальше, под Мдовбика есть, но я его собирать смысла не вижу. Ну, в бесплатном наборе Тотти, как обычно, ничего интересного. Тут вышли просто конченые спецпредложения кумиров Тотти за 28 тысяч самоцветов. То есть я тут начал уже убиваться, что у меня не хватает буквально 400 самоцветиков для вот этого ультимейт набора Тотти. А тут, в принципе, есть еще хлеще наборы. Давайте вот эти наборы пощелкаем. Ультранабор Тотти за 6250. Тут волкауты будут в любом случае, потому что один игрок с рейтингом 85+ нам гарантирован. Нам хватит, видимо, на два. Первый сразу же волкаут. Это новая анимация Тотти. Видимо, это Тотти. Франция, ЛЗ, Тео Эрнандес. Подожди, ультимейт что ли? 91. Я испугался, я думал ультимейт Тотти прям сразу 94 или какой-нибудь там рейтинг поймаю. Но тоже очень неплохо. Правда, даже стартовый состав он ко мне не попадает, но тем не менее это классно. И второй такой набор вообще без анимаций. А, это Алиш Гарсия. Почему? Волкаут не показали, не знаю. Видимо, убрали этот порог и немножко его повысили. Ну давайте тогда все самоцветы дощелкаем вот на эти паки. Помойка, зато монет хорошо выдают. Опа, волкаут. Лига чемпионовская карта. Испания, ЦП, Атлетико Мадрид. Льорент, что ли? Сауль 80. Господи, какая параша. И еще один волкаут. Это... Чё? Италия, нападающий, Лацо, Иммобили. Обычная карта. Я бы что-то так и думал, что если такое свечение, значит, наверное, обычное. И тут без волкаута даже. Ну и прям до талого опустошаем клуб вот на этот базовый набор Тотти. Ну, естественно, помойка. Но самое главное, без Тотти-то мы не ушли. Тео Эрнандес 91-й. Тотти мы выловили. Очень такого нормального, добротного. Ну что ж, будем на этом заканчивать. А я пока пойду фармить эти жетоны Тотти вот в этих заданиях, которые 20 раз максимум можно выполнить. Это будет долго и очень жестко, хочу им сказать. Ну а вы не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, переходить по моим соцсетям по ссылкам в описании, там группа ВКонтакте, беседа ВКонтакте и телеграм-канал. С вами был, как всегда, Мигу FIFA. Увидимся в новых видео. Всем до скорого, всем пока.